Доброе утро. Рабочая неделя подходит к концу, и давайте обозревать югорский интернет. Расскажу, что интересовало пользователей в социальных сетях на этой неделе. Одной из самых обсуждаемых тем стала заболеваемость югорчан ОРВИ и гриппом. Как обстоят дела? С 3 по 9 февраля заболеваемость югорчан выросла на 26% по отношению к последней неделе января. Больше всего заболевших в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кандинском районах, а также в городах Урай, Сургут, Нефтеюганск, Покачи и Пытьях. Дорогие друзья, мойте чаще руки, не чихайте на людей, носите маски и не болейте. А пока смотрим подборку для вас. Коль забыл заехать на мойку, перед работой тебя прямо на дороге почистят. Борщили, борщили и переборщили. Хорошо, что никто не пострадал. Тут частенько у нас стали появляться волки, не находите? Немножко красивой музыки. Победная складочка. Видео имеют свойство заканчиваться, поэтому снимайте чаще, снимайте больше, отправляйте нам, делитесь с друзьями, я все найду, все покажу. А пока хороших вам выходных и гору лайков!